Топ-5 полезный гид. Мы разбираемся в местах, товарах и услугах для вашего удобства. Осень уже вернулась в Казань и вовсю царствует на улицах нашего города. Но мы с вами не пропустим оставшиеся теплые денечки. Мы решили исследовать 5 парков города и разобраться во всех плюсах и минусах каждого, чтобы ваше пребывание в них было максимально комфортным. А оценивать парки мы будем по следующим критериям. Развлечения, еда и напитки, чистота и порядок, комфорт и удобство. Первым делом мы приехали на недавно обновленную набережную озера Кабан. Но это же не парк, скажете вы. Да, но отличие небольшое. Вместо деревьев здесь много воды, как в моей дипломной работе. А во всем остальном это место заслуживает нашего внимания, на мой взгляд. Но не все прохожие со мной согласны. Начнем с соседей из Башкирии. Нет, Акбар чемпион. Акбар. Акбар чемпион, да. Все, работаем. Не, вообще здорово сделали. Вот только непонятно, что там вот это повесили. Вопросом задаемся. Может, там белье сушат? Ну, не знаю. В принципе, вот, который ремонт сделали, нас очень вполне устраивает, нам все очень нравится, очень любим здесь проводить время с семьями. Вспоминаю, что здесь было. Ну, это небо и земля. Весь день гуляя на свежем воздухе, легко нагулять аппетит. Но более-менее приличной точки общепита не нашлось ни здесь, ни здесь и ни здесь. Там зона барбекю. Вообще шикарно. Там? Да, там есть вот, зона. Там это в Башкирии или. Нет, это прям вот на том берегу, на том берегу. Там можно, короче, арендовать себе барбекюшницу. И... Там и угли можно купить, и все, просто пришел мясо пожарить. Обалденно. Но зона барбекю подойдет не всем. Нужно что-то добавить. Больше велодорожек не только в парках, а еще и по городу, чтобы велосипеды стали полноценным транспортом в Казани. Заборчики эти убрать вдоль дорог, эти страшные, непонятно из чего, из фольги сделанные заборчики, это вообще никуда не годится. Все-таки так как у нас детки, да, все-таки хотелось бы, наверное, больше территории, чтобы, ну, времяпрепровождение с детками. Действительно, набережная у театра Камала сильно изменилась в лучшую сторону. Вообще-то я имею в виду последние несколько лет. Но несмотря на это, есть над чем работать. Может быть, какое-то кафе, где именно, чтобы, ну, и с детками можно было посидеть, да, комфортно. И также и нам. Но будьте внимательны, здесь может быть очень опасно. Есть один минус, это вот люди, которые на самокатах катаются. Вот здесь вот. Вот это их заряжает. У набережной театра Камала пока самый современный туалет. Здесь даже вот такой диван с подогревом есть. Но, к сожалению, не нашли туалетную бумагу. И жидкого мыла не нашлось тоже. Но зато красиво и стильно. Спросите меня, почти всю жизнь прожившего на квартале. Много ли парков знаешь, Ментимер? Ну, знаю Парк Победы, да и все, пожалуй. Да и от дома 2 шага, чего далеко ездить? Тем более есть небольшая бесплатная парковка. Если не хотите ютиться на бесплатной парковке, то на территории спортивного комплекса есть платная. Придется чуть-чуть раскошелиться, но зато места много и встать можно комфортно. Все есть. Хочешь заняться физкультурой, пожалуйста, есть... Площадка для этого. Хочешь посидеть возле воды? Воды достаточно. А летом можно искупаться без проблем. Вместе с утками. Так что все в порядке. Парк Победы полюбился многим мамочкам и даже папочке. Ну а что? Детская площадка есть, можно уточек покормить, с парковкой порядок. Но и без минусов не обошлось. Какую-нибудь летнюю террасу, где можно посидеть с детьми, обязательно, если только с детскими стульчиками, чтобы ребенка тоже можно было посадить, потому что это не везде есть. Именно кафешки не хватает здесь, вот, и вот именно продукты питания. Еще не наступил обед, но уже мусор остался. Непонятно, это со вчерашнего дня не доглядели или уже набросали с утра. Но, судя по палкам из-под мороженого, это лежит здесь уже не первый час и, возможно, даже не первый день. Поэтому за чистотой я бы посоветовал в этом парке следить более тщательно. Туалетной бумаги нет. Ну, пойдемте проверим. Ну что, ребята не обманули, запахов противных действительно нет, как и, собственно, и жидкого мыла. Но в целом чисто, бесплатно и без туалетной бумаги. Парк явно переживает за мое здоровье. Не поесть особо выбора нет, зато прокат имеется. Рыбку не съесть, зато на велосипед можно сесть. Знакомитесь с симпатичными бабушками? Нет, это уже время ушло и к этому уже нет необходимости. Признаком хорошего парка является то, что здесь отдыхают не только местные жители, но и приезжие. Круто, круто. Очень интересно, да.
Нигде таких эмоций не испытывал. А как в парке? Да, да, да. У вас очень интересная, насыщенная жизнь, судя по всему. Да, спасибо. На этом самолете уже не полетаешь, но улетное селфи сделать точно получится. Просвет Победы живем, но здесь такое место хорошее. Вы из горок приезжаете сюда, потому что парк нравится? Парк нравится, да. Зимой здесь не чистят. А, коммунальщики, слышали, да? Человек из Архангельска, ему терять нечего. Современный, поющий и собирает много детей. Нет, я не про концерт Моргенштерна, а про парк Горького. Давайте разберемся, насколько он хорош. Начнем с хвалебных отзывов и несомненных плюсов. Детям всегда здесь интересно, и взрослым тоже. Очень все красиво, уютно и замечательное музыкальное сопровождение. Много разной растительности, следят, очень ухоженно. Так что спасибо всем, кто за ним ухаживает. Нам очень здесь нравится. Нашли такую же примерно по размерам парковку, как и в Парке Победы, только здесь она платная. А чисто посидеть, отдохнуть, поболтать, посплетничать, то в таких местах. Ну, это уже другая программа, которая тоже, кстати, выходит на эфире. А что вам в парке нравится? Что здесь играет музыка, что здесь есть скайпарк, что здесь куча деревьев. Что больше всего нравится? Телефон. Нет, это, конечно, замечательно. Я про парк говорю. Если в этом месте можно полежать, поесть, попить, то это автоматически мое любимое место. Один из плюсов парка Горького в том, что здесь есть на выбор и недорогой фастфуд, то есть хот-доги на улице перехватить, и хорошие рестораны. Давайте выберем, что мы сегодня будем есть. Так, что у нас тут по ценам? Похоже, сегодня будем есть хот-доги. Пойдем, Олег, на улицу. Еда едой, но у народа есть и другие пожелания. В нашей непостоянной рубрике «Книга жалоб и предложений». Единственное, чего здесь не хватает, мне кажется, это площадки вот для таких маленьких. Кроличьи фермы? Ну да. Я боюсь сказать, что если это парк развлечений, то должны быть развлечения. Если это культурный парк, должна быть культурная программа. Да. Скамейки, нужны скамейки для людей. Вы знаете, бывают такие моменты, зимой же тоже гуляем, и очень холодно. Охота прямо уединиться в теплое место. Батареи поставить. Ну бывает, кофе дают, но зайти согреться это тоже где-то надо. Здесь с туалетами ситуация чуть-чуть получше. Есть и туалетная бумага, и жидкое мыло, и электросушилка, и даже паук живет. Но в одной кабинке я не досчитался сидушки, поэтому, видимо, если приходите в парк Горького, приносите сидушку с собой. Раз уж мы были и в парке, и на набережной, почему бы не отправиться в лес? Тем более, что это он раньше был лесом, а теперь стал парком. Территориально самый большой парк Казани – Горкинско-Аметьевский лес. Мне кажется, это парк номер один в Казани. И в мире. И в мире, согласен, и в мире. Таких мест очень мало. Здесь Казань и сама республика Татарстан сделала многое. Вот видите, вы живете всего 8 месяцев, а уже говорите как настоящий татарский чиновник. Да. Ну, здесь нам нравится, что все зонировано. Здесь, например, для детей есть песочница, взрослые могут покататься на качелях. Везде установлены урны, самое главное уже, есть распределение отходов, какой вид именно мусора. Пожалуйста, вырежьте, там бла-бла-бла, воды много. И также можно и выпечку взять, вот. Ну, дети уж любят картошку фри. Вот. Что там дети? Все мы любим картошку фри. Да. Вот, потом рядом... Олег тоже любит, видите? Хотелось бы вот эти вот травку чуть-чуть покосить бы. Да. Вот очень, как-то очень ее... большая, выросла. Да, и она бросается. И... Вот как... На людей? Вы хочешь да. Вот такую вот, газончик такой? И селящее что-то туда. У нас в Казани не приветствуют. А, мероприятие приветствуют. Мероприятие, да. Можно поподтягиваться в турничках. Ой, это не ко мне. Не на уровне приезжих звезд, а вот местных звезд. Местных больше. Местных больше. Группа «Прогульщики», например. Да. Вы же не знаете, кто это. Ну, название у них очень креативное.
Здесь с туалетами ситуация гораздо лучше, чем во многих других парках. И бумага есть, и мыло жидкое, и даже чистота, и даже сидушки. Но единственный момент – это заходить сюда нужно с маской, либо с насморком, потому что ароматы, к сожалению, не лесные. Следующая локация на нашей карте – это парк Урицкого. Давайте пообщаемся с местными прохожими и узнаем, почему же этот парк так хвалят. Что больше всего нравится в этом парке? Больше всего это мне нравится всегда уточек кормить. У меня даже вот всегда с собой, чтобы покормить уточек, мне прямо здесь нравится очень сильно. А чем кормишь их? Ну, хлебом там, разным. Ну, то есть рацион у уточек в целом он не меняется, не изменчив? Да. Каждый раз, когда я сюда прихожу, у меня впечатление, что я вообще не в России нахожусь. Вот здесь вот, ну, нельзя подковать. Ну, нет, здесь можно, здесь, ну, иногда места нет. А вот там вот тоже есть, там можно. Предпочитаешь там машину оставлять? Да, мы там всегда. Ну, здесь мы открыли для себя даже в прошлом году его. Удивились, что приехали сюда. Ой, нам так понравилось, теперь мы отсюда не вылезаем. Знаешь, я могу тебе сказать, что этот парк отвечает, ну, почти всем требованиям любого современного казанца. Кое-какие моменты, конечно, стоит подтянуть, но в целом здесь очень хорошо. Кстати, как думаешь, долго меня еще эта качеля выдержит? Так много здоровых людей, которые занимаются собой, своим телом, своим здоровьем, гуляют с детьми. Как муравейник, столько детей, как елка такая, как гирлянда. Это радует, это приятно. Чем же развлечься в парке Урицкого? Помимо стандартного набора сидеть на скамейке, кормить уток, кататься на велосипедах, любителей ЗОЖ порадуют прорезиненные беговые дорожки, занятия йогой и в целом большая спортивная зона. Ну а для таких, как я, любителей вкусно поесть, здесь тоже выбор есть. Пробовали ли ту кухню? Может, пропустим? Пропустим по одной. Можно ли сказать, что Казань скверный город? Нет. Ну, именно вот Олег просто придумал шутку, наш оператор. Он сказал, что Казань скверный город, потому что много хороших скверов. А, ну если только в этом случае, тогда да. Есть что-то, что вы бы хотели добавить в этот парк? Может, вам что-то не нравится здесь? Ну, возможно, может, какие-то просто там... живую музыку, развлекательную какую-то для детей программу, просто аниматоры там погулять, какую-нибудь детскую площадочку, чтобы... Ну, практически тогда все превратится в турецкий отель. Хорошо как, ядрит твою! Давай иди, ополоснись! Так куда полоскаться? Я ж только поела! Да ты постоянно ешь, шо тебе, не мыться теперь, шо ли? Тьфу на тебя! Ну да, я и говорю, турецкий отель на 4 звезды. В эту уборную пришлось заходить в маске, но не из-за предписаний, а из-за, пардонте, запахов. К сожалению, не нашел ни бумаги, ни мыла, ни даже кнопок для слива. Проектирую парки уже более 10 лет. Мы пришли к тому, что парки и скверы должны быть удобными для людей, отвечать основным запросам людей в городе, потому что у людей в городе... очень высокая потребность самой природы и натуральной природы. В городе необходима дикая природа, естественная природа. Люди все чаще проговаривают фразу «меньше функций, больше естественной среды». Это было мнение эксперта. А что говорят наши подписчики в группе ВКонтакте? Вы также можете оставить свое мнение в нашей группе. Ну а мой вердикт следующий. Будь здесь кафе и больше сидячих мест, то набережная у озера Кабан была бы выше в рейтинге. Но даже занимая 5-е место, она является красивым и удобным местом для прогулок. Парк Победы. Парк с историей. Есть прокат, детская площадка, озеро, небольшая бесплатная и большая платная. Парковки. Мне здесь не хватило чистоты и гастрономического выбора. Прости, Парк Победы, но пока только 4-е место. Парк Горького. Большой парк со спортивными площадками и местом для спокойного отдыха. Неплохой выбор еды, и кафе, и стритфуд. Но отсутствие большой доступной парковки – это, безусловно, минус. Поэтому почетное 3-е место. Горкинско-Аметьевский лес. Самый большой парк с различными зонами для отдыха. И посидеть, и полежать, и активным отдыхом заняться. Есть что поесть, куда припарковаться и где фотографироваться. Отличное современное место и номер 2 в моем рейтинге. Парк Урицкого смог удовлетворить все мои запросы лучше всех остальных парков. И места много, и выбор еды предостаточный. И зоны спортивные с различным функционалом, от йоги до прорезиненных беговых дорожек. И парковка есть, даже бесплатная. В общем, не парк, а песня. Это наш субъективный топ-5 парков в Казани. У вас он может быть совершенно другим. Напишите о своем любимом парке в нашей группе ВКонтакте.
До новых встреч и новых выпусков ТОП-5!